Кандидаты в космонавты отрабатывают действия экипажа в случае нештатной посадки в горах или на воду. Тренируются и те, кто встречает космонавтов как на суше, так и в море. Ведь экипаж нужно поднять на борт вертолета. Первый этап тренировок проходил в районе поселка Красная Поляна, следующий – в акватории порта Имеретинский. Главная задача экипажа – научиться технически грамотно покидать аппараты и дождаться спасателей на воде. Для этого космонавты переодеваются в теплозащитные гидрокостюмы, связываются страховочными канатами, чтобы волна не унесла людей на большие расстояния друг от друга. И вот так на воде нужно установить радиосвязь, подать сигнал и даже поесть, если предстоит долгое ожидание. Также космонавты учатся плыть в связке в сторону берега несколько километров. Для обеспечения безопасности рядом находятся спасатели МЧС с водолазным оборудованием. Дежурят катера и аварийно-спасательный автомобиль. По планам Роскосмоса такая подготовка кандидатов в космонавты, а также астронавтов международной космической станции будет проходить регулярно.